Екатерина Климова появилась на публике с бывшим мужем. Актриса пришла в театр с Игорем Петренко. Екатерина Климова накануне проводила своих сыновей Корнея и Матвея в школу. Начало нового учебного года актриса отпраздновала в ресторане в окружении близких, в том числе вместе со своим бывшим мужем и его мамой. О встрече с экс-супругом Климова сообщила поклонникам в своем микроблоге. «Хорошо сидим», – рассказала Екатерина в комментарии к совместному снимку. Опубликованный кадр снова подтолкнул поклонников артистки к обсуждению развода Екатерины. Многие фанаты даже спустя 4 года после расставания Климова и Петренко мечтают об их воссоединении.